Всем привет, с вами Элистон Блэк и Сирил. Сегодня мы, дорогие друзья, играем с вами в карту Ашенваль Арчерс. Ашенвальские стрелки, я начинаю игру. Смысл карты в чем? Мы играем за лучниц. Мы должны друг друга угандошить стрелами. Нашпиковать просто как шашлык в каждую часть тела. Карта загрузилась. Так. Термин. Да. Например, для выигрыша нужно 25 убийств. Вот так. Мой лук всегда со мной. В общем, карта вы видите на русском. Магаз. Жду приказы. Да, магаз. Магаз-зы. Почему здесь так мало денег? Да денег-то ладно. Так, способности. Так. Блин, а что здесь стрелы заканчиваются? Подожди. Ну да, здесь стрелы заканчиваются. Так-то. Атаковать на А, если что. Ну то есть okay, стрелять. Thanks. Управление здесь, дорогие. Здесь денежка прибавляется просто так. Mm-hmm. То есть так постоять? Управление здесь, дорогие друзья, нестандартное. То есть нужно нажимать на кнопку А и стрелять просто в любую сторону. И стрела полетит туда, независимо от того, есть там враг или нет. Ты можешь им продемонстрировать прямо сейчас. Потратить на это одну стрелу. Не, не буду на стрелу тратить. Ой, что это? Что, где? А, я понял. Знаешь что? У тебя тоже сейчас было то, что какой-то орел у героя появился? Ну, не орел, а какое-то свечение. Ну да. Короче, у тебя появились очки в инвентаре. О, да. И, короче, у тебя есть в менюшке вот этой, где 3 на 4, такая рука, светящаяся красная. Улучшение. Там ты можешь улучшить. Опа. Интересно. Я, допустим, улучшу, я не знаю, вот это. Все, вроде улучшил. Все, я вышел на охоту. Молодец. Слишком просто. Я, правда, не знаю, где ты, не уверен. Ну, здесь, по идее, 4 точки, в которые мы могли бы попасть. Не так? Ни слова ну, больше. Да. Четыре точки в разных углах, я тебя нашел. Слишком просто. Ни слова больше. Хорошо. Да чтоб тебя. Слишком просто. Моя... А вот, бежит теперь. Хорошо. Да, чёрт. Что? Ты так и будешь убегать? Да. Хорошо. Уйди. Тогда нет смысла карту вообще записывать, если будешь убегать. Серьезно. Слишком просто. Окей. Хорошо. Ни слова больше. Ты вообще выстрелила? Слишком да. Просто. Подожди. Хорошо. Ну понятно, убегай дальше. Хорошо. Слишком просто. Так, подожди, я изучу магазин. Не проблема. Изучай. Ни слова больше. А здесь все магазины разные? Ну тут 4 магазина. Хорошо. Если ты про это. Ну, да. Не проблема. Хорошо. Ёлки-палки, луки стоят 700 с этих самых. Привет. Слишком так, просто. Стоп. Привет. Ну нормально, то есть я в тебя проблема. Выстрелил и нифига. Слишком просто. Попал при этом, а ты в меня больше. Выстрелил, а вот, всё. Проблема. Слишком просто. Ни слова а больше. Что тебя? Моя точка, уходи отсюда. Вот это мне нравится. Так, где хилка, мне нужна хилка. Меня устанавливают или нет? Восстанавливают, должны. А, во, нормально. Укажите мне путь. Так. Деньги появились? Хорошо. Опа. Так, ты, значит, в той точке, да? Ваш ход. Слишком просто. Ни слова больше. Как не вижу, здесь пропало. Ладно. Хорошо. Ни слова больше. Хорошо. Слишком просто. Ни слова больше. Ай, да как так-то? А вот. Ни слова больше. Не проблема. Слишком просто. Не проблема. Сколько вообще стоит хорошо. Стрелы? Слишком просто. Не проблема. Ни слова больше. Слишком просто. Где стрелы вообще покупаются? Я что-то забыл. О, 40. Не проблема. Плохо. Очень-очень очень плохо. Больше. Ладно. Слишком просто. Хорошо. Выходи не на проблема. Реку, короче. Я тоже иду к реке. Хорошо.
Ни слова больше. Не проблема. Ни слова больше. Я, собственно говоря, давно уже тут ошиваюсь. Не проблема. Относительно давно. Слишком. С тех пор, как ты по мне попал. Хорошо. Вот так? Эй! Погиб. Все, я иду со стрелами. Я уж купил стрелы. Точность. Покажите мне путь. Не проблема. Пускай вот это будет. Ни слова больше. Хорошо. Ни слова больше. Сколько там? Я куплю не проблема. Стрел. И все. Ни слова больше. И снова хожу на реку. Хорошо. И ты тоже иди на реку. Ни слова больше. Слишком просто. Ни слова больше. Не проблема. Ты на реке? Секунду. Хорошо. Не проблема. Слишком просто. Не проблема. Опа. Мой лук всегда со мной. Хорошо. Не проблема. Ни слова больше. Слишком Алло. Просто. Не проблема. Хорошо. Ни слова больше. Хорошо. Что у вас? Не проблема. Ни слова больше. По-моему, стрела, если прилетает. Ни слова больше. Ну как сказать, если ты нажал за героя. Ой, нифига, нифига себе. Нормуль. Проблема. Если стрела прилетает. Блин, как? Слишком просто. Ты меня сбил в смысле. Если стрел нажать, атаковать за героя вражеского, то стрела пролетит, по-моему, над ним. Не проблема. Это кажется. Ни слова больше. Ну я хз. Не проблема. Слишком просто. Тут все магазины одинаковые, или они все-таки разные? Я думаю, что если ты про то, что у одних и тех же персонажей одинаковый магазин, то я думаю, да. Нет, ну просто здесь как бы точек-то много. Ваш ход. Это всего 4. Так. Пусть так. Жду приказа. Не проблема. Маловато. Слишком просто. Хорошо. Ни слова больше. Ты где? Хорошо. Я тебя не вижу. Не проблема. Слишком просто. Не проблема. Слишком просто. Зачем же тебя Хорошо. Не видеть? Ни слова больше. Стреляй наугад. Ни слова больше. Слишком затратно. У меня стрелы не бесконечные. Не проблема. Магазин одинаковый, да. Я даже в твоих магазинах могу закупаться. Ни слова больше. Ну круто, я тоже как бы могу в чужих закупаться. Не проблема. Ни слова больше. Хорошо. А, нет, это не у меня, надо же. Не проблема. Ладно. Ни слова больше. Слишком. Ладно. Кстати. Не проблема. У нас персонажа одинаково зовут или нет? Хорошо. Как ты его зовут? Слишком просто. Амара. Не проблема. Мою зовут Адора. Слишком Видимо, просто. Видимо, тут имена разные. Не проблема. Амара и Адора. Неплохо. Хорошо. Ну вот не Слишком Зина просто. И там какая-нибудь Галя. Ни слова Таня. Больше. Так, Хорошо. Понятно. Слишком И сюда. Просто. Ни слова больше. Все. One shot, one kill. Погиб наш герой. No landed skill. Вот это мне нравится. Ну восстановите меня уже. Ваш ход. Не проблема. Вообще карта на 12 игроков, 4 точки, в каждой точке может быть по 3 лучника максимум. Ну это так, пояснение. Мой лук всегда бывает. Ни слова так, больше. Так, что тут есть? Хорошо, хоть очки опыта здесь дают просто так. Слишком просто. Очки, а, это Ни слова больше. Да-да-да. Так-то да. Хорошо. Так. Это вот, я не знаю, чем-то мне почему-то Слишком напоминает просто. Обновление на iOS, на Apple. А. У них тоже там раз в день обновление, по-моему, системы приходит. Слишком просто. И вот это то же самое. Мне не понять. Мне тоже не понять, я чисто только слышала. Хорошо. Не знаю, мне продукция Apple как-то далека, я пробовала пользоваться айфоном. Слишком просто. Сейчас как-то мне не вставило. Я как-то Андроиду больше доверяю. Ни слова больше. Несмотря на то, что яблоки я люблю. Хорошо. Слишком так, просто. Так, я буду... Опа. Ни слова больше. Не я проблема. Буду в себя стрелять. Ни слова больше. Эй. Тут ты сама разрешила. Погиб наш герой. Я тебя даже не видел. Так, блин, это моя база, что ты хотела?
Я все это время вообще сидел на базе и читал про луки, какие там есть. Круто. Ага. У тебя щит, значит, ладно. Да что тебе? Не проблема. В жопу иди с моей базы! Ни слова больше. Хорошо. Предикт? Ни слова больше. Чё? Предикт, то есть угадывание. Я пытаюсь предугадать, куда ты пойдешь. Слишком просто. А, нет, не угадал. Слишком просто. Ещё раз, это уже интересно. Хорошо. Не проблема. Ах, ладно. Ну ты явно на реке. Слишком просто. Я так думаю, я надеюсь. Хорошо. Давай, угадывай. Ни слова больше. Где я? Хорошо. Могу быть. Не проблема. С двумя игроками проблема в том, что золото долго копится. То есть золото дают в основном за убийство. Со временем, конечно, тоже копится, но не так. Ну, масштабно. У меня есть на партию стрел денег. Ни слова больше. Хорошо. Я купил. Ни слова. Ну, слушай, у меня 63 стрелы, мне пока хватит. Ух ты, у меня 10 очков, оказывается, а не 5 было. Ладно. Ни слова больше. Не знаю, я как-то прокачиваю все подряд. Хорошо. Тут еще есть удар ножом, кстати. То есть. Ну, в прямом смысле. То есть удар ножом, ну, посмотри в своих способностях, короче. Мой лук всегда со мной. Ты что, у меня на базе сидишь там? Какого хрена? Ты где? Погоди, я читаю. Странно. А, понятно. Значит, ты, скорее всего, в каком-то другом магазине. Хорошо. Ни слова больше. Видимо, откуда ты знаешь, что я в магазине? Слишком потому что читаешь. Не проблема. Ну так я-то читаю способности. Хорошо. Не проблема. А, подожди, правда, не в магазине, слишком ладно. Просто. Не проблема. Дай мне способности спокойно почитать вас и не трогать. Ой. Не проблема. Ты где? На реке, что ли? На меду? Может быть, даже и так. А это что такое? Блин, ни хрена не вижу. Ой, это что? Ну-ка. Чего? Я вроде... Патрулировать. А, ясно. Так. Блин, ты понимаешь, вот эти 5 кнопок, они стандартные, они во всем. Я знаю, просто она выглядит очень странно. Вот этого ландшафтного образования я не видел раньше. Не проблема. Какого? О, как удобно. Слишком просто. Не проблема. Подожди. Слишком просто. Ни слова больше. Короче, над рекой посередине такая гора. А-а-а. Ясно. Вот. Может туда прийти. Нет, спасибо. Да ладно, я выйду оттуда. Да знаю я, как ты оттуда уйдешь. Я серьезно оттуда ухожу, между прочим. Ну я же тебе. И иду к верхней левой точке. Ты там? Ни слова больше. Ты сейчас меня нашпигуешь стрелами, если я тебе сейчас сказал. Не проблема. А, нет, ты не там. Слишком просто. Тогда все хорошо. Что-то такое. А, древесина еще есть. Слишком просто. Но древесина нам не нужна здесь. Не проблема. Ну, давай, где ты? А? Я слышал рядом. Слишком просто. У меня слово ничего не попало. Ну ладно. Печалька. Не проблема. Хорошо. Слишком просто. Ну давай. Где ты? Хорошо. А, привет. Не проблема. Хорошо. Не проблема. Нормально. Шикарно. Взаимно. Отлично вообще. Ни слова. То есть мы оба попали, но при этом ты почему-то меня убил, а я тебя нет. Я еще и уровень получила. Ну, я уровень получил еще раньше. Что ты качаешь в улучшениях? Мощность? То есть, в улучшениях? Ну, очки, которые тебе даются. Я все подряд качаю, но больше атаку. Ваш ход? Странно. А что? Просто я тоже качаю атаку, но почему-то с одного удара тебя не убивают. Это странно. Ну, может быть, у тебя здоровье было маловато? Здоровье у меня было почти полное. Если вообще не полное. Ни слова больше. Хорошо. Я слишком тогда просто. Предикт. Хорошо. Слишком просто. Погоди, да, я куплю стрел. Ладно, покупай. Жду приказ. Предикт. Хорошо. Предикт. Пожалуйста, предикт. Слишком просто. Да что у вас всех, ладно. Слишком просто. Не проблема. Хорошо. Ну давай. Ни слова больше. Почему ты такой тормоз, господи? Слишком просто. Бывает. Предикт. Хотя бы сейчас подведи меня. Хорошо. Подвел. Я попал в магазин, по-моему.
купи мне еще. Кстати, если стрелу пустить, то можно это разведать территорию, что там. Я знаю. Я тоже знаю. Все, выходи на реку. Будем ПВП. Не проблема. Я вышел на реку. Я тоже на реке. С какой стороны? Вот с этой. Какого хрена? Я ж прямо в тебя, ну. Что за косая лучница у меня, твою мать? Хорошо. Вот блин. Слишком просто. Я стреляю прямо в тебя, попасть не могу. Вот! Слишком вот просто. Вот как это называется? Не знаю. Что, с одного раза, что ли? Это да! Как? Это как? Вот я тоже не знаю как. Косая, тупая у меня лучница, блин. Не знаю, я качаю чисто все подряд. Наши дорогие слишком зрители просто могут даже это видеть. На данный момент. Ну ты-то потом тоже посмотришь. Слишком просто. Ты на реке все еще? Хорошо. Не, сейчас, секунду. Понятно, ты у себя, скорее всего. Ну, у себя это понятие растяжимое. Почему здесь все такое дорогое? Скажи мне. Я понятия. Скажи-ка, дядя, что так дорого? По 700 рублей. Не, это лупки так просто стоят. Я знаю, я хочу хорошую луку. Это мне нахрен не нужно? Я стреляю, нажимаю прямо на тебя, а эти придурки, блин, направляют стрелу куда-то в совершенно в левое место. Я хренею с них, я просто слишком с них хренею. Не проблема. Ладно. Слишком просто. Не проблема. С учетом того, что мне 29 здоровья осталось. Хорошо. Иди сюда. Не проблема. 29 здоровья. Слишком просто. Ну? Я на реке, как бы. Опять? Да. Че тебе эта река прямо? Хорошо, я пойду к тебе. На твою точку. Точка. Не проблема. Ни слова больше. Хорошо. Ну, чё? Ни слова больше. Реально нужно набрать как-то народу, а то что-то вдвоем как-то тупо. Слишком просто. Ну, это карта такая. Хотя, на самом деле, большинство таких вот кастомных карт, они на самом деле компанейские. Ну и где ты, блин? Я у тебя, я же сказал. Не проблема. Я на твоей точке. Ни слова больше. Гуляй как у себя дома. Не проблема. Разве это не оскорбление? Слишком просто. Нет. Не проблема. Странно, ну ладно. Просто меня там уже давно не восстанавливали, я себе другую точку нашел. Ни слова больше. Тебя только там нужно восстанавливать. Ну меня давно не восстанавливают, поэтому я в основном закупаюсь в другом месте. Слишком просто. Хорошо. Не проблема. Вот я прямо на тебя нажал! Вот прямо на тебя! Ну хоть, блин, наконец-то! Уровень дали. Третий уровень. Наш герой. Эй, верните меня! Буду точность практиковать, блин. Защита. Например. Ой-ой-ой, нет, не в меня, нет. Я не виноват, я ничем не виноват. Вот. Да. Слишком просто. Хорошо. Эй! Вот это мне нравится. Наш герой. Верните меня. Жду приказа. Погоди, через стол пройдет стрела? Попробуй. Да. Понятно. Почему у тебя с одного выстрела? Это... Что ты купила? Ты что-нибудь покупала? Топ-стрела. Фигня какая-то. Тогда я реально не понимаю, в чем дело. Слишком просто. Предикт. Давай. Ни слова больше. Плохой предикт. Не проблема. Сюда. Ни слова больше. Не проблема. Хорошо. Ни слова больше. Ну давай. Хорошо. А, ты идешь на этот выступ, понятно. Все там он знает. Ну, стрелы разведывают местность. Не проблема. Хорошо. Так, я не знаю, слышно вам эти звуки страшные или нет, но не бойтесь. Ни слова больше. Не бойтесь, друзья, это у соседей ремонт. Ни слова больше. Да что в тебя? Слишком просто. Вот так. Погиб наш герой. Вот это мне по душе, очень даже. Что? Я ведь убью себя. Не, я знаю, ты-то меня убьешь с одного выстрела, я в этом даже серьезно не сомневаюсь. Я не знаю, как у тебя это получается, но у тебя это получается. Ну потому что профит. Укажите мне путь. Ну давай, господи, я же в тебя стреляю. Слишком просто. Предикт, грёбаный. Проблема. Давай. Слишком просто.
Ни слова больше. Ясно. Хорошо. Слишком просто. Ни слова больше. Хорошо. Слишком просто. Сверху наверняка, да? Хорошо. Наши воины слишком легко. Вот так вот. Ну зашибись, я тебя не убил, да? Нет! Я тебя две стрелы выпустил, не убил. Ты меня одну стрелу выпустил, убила. Ни слова больше. Я не знаю, как я это делаю. Блин, может это от команды как-то зависит. Я хз. Ты-то наверху сейчас, да, получается? Хорошо. Ни слова больше. Еще немного и лук. Слишком просто. Не проблема. Слишком просто. Правда, я пока еще не решила какой. Я хочу... Так, куда не знаю. Не проблема. Фигня. Ни слова больше. Фигня. Хорошо. Не проблема. Хорошо. Слишком просто. Ни слова больше. Медленно денежка дается. Вот, зашибись, вот это мне нравится. Мой лук всегда со мной. Слишком просто. Что там тебе уже нравится? Не проблема. Эффект, который оказывает лук. Ни слова больше. Слишком просто. Я себе купил, пойди. Не проблема. Я пустил твою стрелу в базу, если что. На твою базу стрелу, если что. Нет. Ты видел? Ладно. Вау. Выходи на реку, будем сражаться. Посмотришь на мое новое оружие. Крутое. Ну ты где? Подожди, я читаю. Жду приказа. Что за дело? Ваш ход. Ни слова больше. Хорошо. Ни слова больше. Не проблема. Нет, интересно, где ты? Ну вот, кто знает. Вот, не знаю, не знаю. Мне интересно, вот где ты? Я. Я горю желанием показать тебе мое новое оружие. Подожди, дай я на свое накоплю. И встретимся. Ты собираешься просто едешь ждать. Найди меня. Тебе один удар остался, чтобы меня убить. Ладно. Может, у меня. Тут что ли? Жаль, что я тебя не вижу. Может быть, открытая карта? Я охренею просто. Что? Я тебя просто не вижу. Ты ни на одной из баз тебя нет. Может быть. Улучшение. Вот так вот. Будет смешно, если ты все-таки оказалась на одной из баз. Потому что тогда у меня какая-то то ли игра глючная, то ли я не знаю. Как говорится, то ли я дурак, то ли лыжи не едут. Бывает. А что это за значок рядом с нами? Какой? Ну, с нашими именами. Что рядом с нашими именами? Ну вот, справа. Вот тут команда, и вот рядом с твоим именем какой-то значок. Что это за значок такой? Ни слова больше. А, кажется, понял. Чё, стрела, что ли? Мой лук всегда со мной. Я не знаю, что это значок. Хорошо. Молодец. Ни слова так. Больше. Стрел у меня пока хватает. Не проблема. Ни слова больше. Теперь я тебе скажу, что я все-таки была на одной из точек. Не проблема. И не, я не игра ключная, я просто пряталась. А, понятно. За деревьями. Хорошо. Я же зеленый, я не просто так выпала этот цвет. Цвет здесь реально не имеет ни у кого значения. Я бы тебе сказала, что имеет, потому что зеленым зеленым хуже видно. Хорошо. Слишком просто. Не проблема. Что тут еще хорошо. Есть? Не проблема. Какие артефакты? Хорошо. Не проблема. Слишком просто. Ой, ну давай, короче, на реку, как обычно. Не проблема. Слишком просто. Хорошо.
Мне нравится слишком мой новый лук. Ни слова больше. Наконец-то слишком накопила, просто. Что называется. Хотя, серьезно, вот так играть... Я знаю, что... Просто стоять на базе и ждать, пока все деньги накопятся, это... Так люди не играют. Слишком просто. Вау. Хорошо. А, кто наверху, ясно. Слишком просто. Кстати, деревья здесь вырастают. Я видела. Ни слова больше. Слишком просто. Ни слова больше. Не проблема. Ни слова больше. Слишком просто. Хорошо. Ну слишком и... просто. Ты где? На реке, на реке. Я тоже на реке. Наши воины слишком просто. Хорошо, у тебя что-то похожее. Ни слова больше. Хорошо. Ай. Наконец-то, блин. Герой. Точно, слушай, изучу, блин. А то у меня косой герой, твою мать. Реально косой. Я просто, блин. Если это специально сделано, то это лучше убрать. Хорошо. Потому что один убивается одного удара, а другой из двух, трех, четырех. Это неправильно. Я так думаю, все зависит от прокачки. Хорошо. Ты сама говоришь, что качаешься абы как. Так в чем дело? Я качаю все подряд. Ну... Я не качаю только улучшение резисты. Хорошо. Все. Ни слова больше. Ну, так вот, хорошо. Я про то и говорю. Я тоже качаю атаку и мощность. Слишком просто. Ну, защита уж понятно, что она никак не влияет на шанс убийства. Ни слова больше. Хорошо. Проблема. Хорошо. Не проблема. Так. Слишком просто. Ни слова больше. Опять обнова. Не проблема. Хорошо. Не проблема. Ты деревья. Ни слова больше. Молодец. Тебе деревья не жалко. Нет. Мой лук всегда со мной. Хорошо. Не проблема. Хорошо. Ни слова больше. Гоу на реку, не чё? Не проблема. На район. Слишком просто. Сейчас. Ни слова больше. Не проблема. Ни слова больше. Хорошо. Слишком просто. Хорошо. Не проблема. Ни слова больше. Могу понять где-то. Так, подожди. Хорошо. Не проблема. Ни слова больше. Вообще у себя на базе было в это время. Хорошо. Я иду на реку. Ни слова больше. Не проблема. У меня 15 очков в меня. Слишком просто. Не одно. Не проблема. Слишком просто. Как? 418 урона. Ни слова больше. Я чё, я ничего. Сколько вообще убийств на 25? Не проблема. Слишком просто. Понятно. Ага, понятно, это надолго. Короче, давай мы знаешь, как сделаем? Хорошо. Тупо больше ничего не покупаем, ну кроме стрел. И выходим сразу на реку. Проблема. Потому что луки у нас обоих уже есть. Очки у нас обоих. А я не собираюсь больше лук покупать, мне это нравится. Тем более. Ни слова больше. Я хилку купила только один раз. Ну, я тоже купила. Да ну ее нафиг, она мало восстанавливает. Восстанавливает она нормально, но мне она не нужна, потому что ты сразу убиваешь. Почти сразу. Сразу. Именно сразу. Ты именно сразу убиваешь одного удара. Вот я про это и говорю. Мы друг друга гокнули только что. Ой, ладно. Ну да, ночевай, восстанавливай. Жду приказа. Слишком просто. Ой, можно я стрелку? Не проблема. Бля, где стрелы? Я сам не помню. По-моему, они у самого нижнего крайнего. Да, у этого чувака. Ни слова больше. Судя по всему, ты уже на реке. Хорошо. Нет, нет, ты ни слова не на реке. Больше. Понятно. Хорошо. Ну давай, короче, на реку. Сейчас приду. Ни слова больше. Теперь чисто ПВП. Хорошо. До самого конца победного. Ой, сейчас секунду, тут обнова пришла. Какая обнова? Опыт. Ни слова очки. Больше. А. Обнова пришла.
На iOS. Что такое резисты, не могу понять. Вообще резист сопротивление, но если здесь есть защита, то зачем резисты? Никогда не убегай от лучника по прямой. Никогда. Я ж тебя не видела. Ну я-то тебя видел. Ну, блин, если ты меня видела, это еще не значит, что и тебя видела я. Хорошо, хорошо, я понял. Наши воины вступили в бой. Хорошо, слишком просто. Ну нет, ну куда ты уходишь? Я не знаю, куда-то. Хорошо. Я не контролирую свои руки. Ни слова больше. Какой кошмар. Хорошо. Ни слова больше. Какая жаль. Слишком просто. Не то слово. Хорошо. Не проблема. Ни слова больше. Не проблема. Как ты это делаешь? Ни слова больше. Чтобы вот прям в воду, прям вот в нескольких метрах от меня. Слишком предикт. Отлично. Ни слова больше. Хорошо. Слишком просто. Ни слова больше. Слишком просто. Предикт. Погиб наш герой. 406, те же 7 золота. Нормально. У меня 8. Я стрел закончил. У меня 10. Ладно, жалко, что неуязвимая. Ни слова больше. Но это был предикт. Не проблема. В чистом виде. Слишком просто. Угу. С учетом того, что ты знаешь, где меня восстанавливают. Когда? Не проблема. Вот ты что хотела. Хорошо. В этом и заключается предикт. Не проблема. Нужно знать противника. Слишком просто. Ты меня не знаешь. Не проблема. Хорошо. Слишком просто. Может быть. Ни слова больше. Хорошо. Как-то мне папа рассказывал про хорошо. Прием, который просто используют на подводной лодке, чтобы скрыться от радара. Зигзаг называется. Не проблема. Понятно. И поэтому ты так таким странным образом бегаешь, да? Да. Не проблема. Он мне про это рассказывал, когда одна бабушка так же шла. Слишком просто. Вот зашибись. Ни слова больше. Какой у тебя лук там? Хорошо. А, правая рука огненного лорда, понятно. Слишком просто. Ладно, 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 ладно. Счет 11-8. Ни слова больше. Ну пусть так. Слишком просто. Хорошо. Какой еще тут есть? Не проблема. Хм, ладно. Почти. Ни слова больше. Не проблема. Ни слова больше. Не проблема. Слишком просто. Не проблема. Может, хорошо. Там. Не проблема. Слишком просто. Нет. Ни слова больше. Странно. Хорошо. Надо бы мне стрелку. Ни слова убить больше. Вообще. Не проблема. У меня стрел, уж извините, 83 в одной пачке, 100 в другой, 50 еще в одной. Нахрена тебе столько? Не проблема. Я закупил слишком сказал, просто. Луки не покупаю. Ни слова больше. Ну да. Слишком просто. И ты решила все равно стрелу потратить. Больше. Да. Слишком просто. Ну ладно. Ни слова больше. По-моему, это идеальное слишком решение. Просто. На реку. Не проблема. Я на реке. Ни слова иди больше. Сюда. Я иду, иду. Ни проблема. Ни слова больше. Ни проблема. Ни слова больше. Предикт. Ни проблема. Потому что я тебя вижу. Слишком просто. Ни проблема. Шикарно. Я прям себя выстрелил. Погиб наш герой. Черт, 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 черт. Давайте, восстанавливайте меня. И давай я к тебе приду, короче, сразу. С учетом того, что у меня неуязвимость. Не проблема. Хорошо. Слишком просто. Хорошо. Слишком просто. Ни слова больше. Слишком просто. Так, ты на реку пошла, видимо. На реку, мать. Не проблема. Давай, где хваленый предикт? Просто. А, вот он. Блин, не проблема. Вот зачем ты 25 поставил, а? Скажи слова мне. Больше. Да не знаю. Скажи, я думал, это будет мало, я хотел 50 поставить. Ну да, это угу. Так. Я чувствую, мы до 25 не доживем. Так, 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 так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну да, ну да. 432 урона. Не проблема. Моя мочь. Слишком видимо, просто. Это реально в карте какая-то проблема. Слишком просто. Потому что я не понимаю, в чем ни дело. Слова больше. Хм. Слишком просто. Обнову пришла. Не проблема. Какая обнова? Ни слова больше. Какая обнова, черт возьми, желтый плюсик?
А, хорошо. Ты про это, господи. Обнова. Это называется... Слишком просто. Очки. Это называется обнова. Называется очки. Слишком просто. Вот у меня тоже очки теперь есть. Даже не знаю. Хорошо. Не проблема. Ни слова больше. Слишком просто. Ты где там? Ни слова больше. Я на реке. Хорошо. Слишком просто. Не проблема. 639. Ни слова больше. Слишком просто. Хорошо. Слишком просто. 13 на 10 пока что сейчас, ладно. Не проблема. Слишком просто. Короче, с реки не уходим. Не проблема. Ни слова больше. Я не ухожу с реки. Хорошо. Куда я денусь отсюда, ё-моё, куда мне идти? Ни слова да, больше. Мало ли, на базу. Ну, только со стрелами, если можно ходить. Но тебе не я. Мне не нужны стрелы. Ни слова больше. Хорошо. Слишком просто. Не проблема. Слишком просто. Хорошо. Ни слова больше. Не проблема. Ни слова больше. Наши воины... Это что? Вау. Наши стрелы пересеклись, наши стрелы. Шикарно. Ни слова больше. Не проблема. Добей меня, у меня десятка осталась. Меня не надо в этом просить. Наш герой. Так. Восстановите меня полностью. Хорошо. Тут еще вообще есть такое интересное. Мой лук всегда со мной. Черт. Ну, не проблема. Что там такое у тебя? Ни слова больше. Я выстрелил и не попал. Хорошо. Ты стрелял? Да. Куда ты стрелял? Выстрелил в тот момент, когда ты уходил от магазина. Слишком просто. Ну я купил и ушел, все в порядке. Ни слова больше. Слишком просто. Ни слова больше. Слишком просто. Хорошо. Не проблема. А, зелень неуязвимости, все ясно. Вот дерьмо. Хорошо. Ни слова больше. Опять зигзаги. Разумеется. Ну а ты что думал, я тебе поддаваться буду? Слишком просто. Ну и я все-таки нанес тебе урон небольшой. Как-то так. Наш герой. Жду приказа. Ни слова больше. Хорошо. У меня правая рука не вижу ни чего. Ни слова больше. Огненного лорда. Хорошо. Я так понимаю, ты увидела, что в одном из магазинов продается один лук, и решила его купить, чтобы не запариваться. Нет, я просто прочитала, что он делает. Ни слова больше. То, что он стреляет и распадается на 5 частей. 6. Слишком просто. Ну или на 6, мне плевать, насколько он там распадается. Слишком просто. Ни слова ясно. Больше. Не проблема. Ни слова больше. У тебя сейчас нет смысла даже стрелять. Не проблема. Ни слова больше. Я даже не знаю. Даже не представляю, куда я побежал. Слишком просто. Ой. Хорошо. Вот как. 692. Я понятия не имею. Ты же сам знаешь, что здесь нельзя читерить. Хорошо. Ну, в принципе, да. Не проблема. Слишком просто. Тогда я хз. Ни слова больше. Не проблема. Наши воины вступили в бой. Хорошо. Слишком просто. Не проблема. Понятно. Хорошо. Понятно. Слишком просто. Хорошо. Ни слова больше. Я уже на реке. Не проблема. Слишком просто. Ни слова больше. Не проблема. Ни слова больше. Право. Слишком просто. Ура. Хорошо, что он взрывается. Погиб наш герой. Что там еще? Буду качать резисты. Как он долго восстанавливает, а вообще. Типа того. Ну и где ты? Понятно, где ты. Хорошо. Ни слова больше. Слишком просто. Ни слова больше. Хорошо. Слишком просто.
Дай мне хотя бы до реки дойти. Слишком просто. Я буду. Вообще я это буду не река. Я буду шпиковать тебя стрелами сразу. Ни слова больше. Вообще слишком это не река, а озеро. Это река. Слишком просто. Нет рек. Хорошо. Любые водоемы продолговатые в Варкрафте это реки. Отлично! Да здравствует логика. Слишком просто. Ну блин, Варкрафт. Тут, извини меня, течение нельзя создать. А могли бы потрудиться и создать. Ой-ой-ой. Ни слова больше. Слишком просто. Это игра 2003 года. Что ты хочешь? 2002 даже. Данная версия не 2003. Слишком просто. Хорошо. Слишком просто. Так, у тебя сколько золота? Ни слова больше. У меня 240, а что? Не проблема. И ты прям ничего не покупала. Давай вот как. Возвращайся в магазин, сменим луки. И не брать те, которые были у тебя или у меня. Эй! То есть не берем вот эту правую руку на лорда и хара для гоблиной. Но. Ты, кстати, можешь взять такой же лук, как у меня, и пошмалять меня из него. В чем проблема? Я не хочу. Я хочу проверить другие луки. Я хочу это достать, проверяй, пожалуйста. Он слишком читер. Он не читерный, он нормальный. Он читерный. Нет. Да. Если ты помнишь, я из обычного лука тебя тоже с первого раза убивала. Слишком просто. Хорошо. Ни слова больше. Тогда дай мне время, чтобы все прочитать, а не убивай. Хорошо, читай на здоровье. Я как раз сейчас читаю. Я медлительна. Хорошо. Это нормально. Нам же дают золото, если продать лук. Ну да, 350, половина стоимости. Прелести. Так, какой ты брал, говоришь? Я брал харадлик огненный. Окей. Допустим, этот куплю. Ладно. У меня сейчас не хватит. Сейчас посмотрим, какой эффект у этого лука. Я на реке. Ты там долго? Понятно. Я понял, что ты делал этот лук, это круто. Укажите мне путь. Не проблема. Ни слова больше. Хорошо. Не проблема. Слишком просто. Не проблема. Ни слова больше. А, вот, уже убил, нормально. Погиб. Точность. Качаю. И допустим это. Жду приказа. Слишком просто. Я люблю свой лук. Вот это реально, я люблю свой лук. А вот если я тебе скажу, что он читерский, ты скажешь, что это не так. Ну потому что у тебя теперь читерский, и у меня довольно читерский. Хорошо. Довольно? Да. Он действует на более большую область, чем мой. На такую же. У тебя маленькая задержка есть, потому что пока эти осколки разлетятся там везде. Вот. Но я тебе так скажу, это в каком-то случае даже плюс. Слишком потому что пока я убегу, эти осколки каждый момент долетят. Ни слова больше. Слишком просто. Не проблема. Короче, хорошо. Это надо смотреть. Не проблема. Конкретно в ситуации. Слишком просто. А, ты уже ушла, ну, ладно. Ты что туда стрелял? Ни слова больше. Молодец. Хорошо. Не проблема. Слишком вот просто. Как-то так. Не проблема. Ни слова больше. Хорошо. Слишком просто. Не проблема. Слишком просто. Привет. Хорошо. Не Ай. Проблема. Хорошо. Ни слова больше. Обнову пришла. Слишком просто. Да-да-да. Не проблема. Хорошо. Ни слова больше. Хорошо. Ух ты. Круто. Погиб наш герой. Да я отбил. Я отбил. Ну, в тебя все равно моя стрела прилетела в итоге. Точности. Укажите мне путь. Ни слова больше.
Ну, пусть будет, даже не знаю. Это. Хорошо, не проблема. Хорошо. Ни слова больше. Не проблема. Блин, у меня сейчас возникла идея пойти на вот эту возвышенность, на утес, и там устроить ПВП, но со сплэшевыми луками это плохая идея, мне так кажется. Стратегия неэффективна. Хорошо. Зигзагом ходить или что? На слово больше. Вообще ходить к реке поближе. Не проблема. В смысле твоя стратегия? К реке поближе ходить — это чтобы у нас слишком долго не стягивалось видео. Ни слова больше. Не проблема. Хорошо. Хорошо. Ни слова больше. Да я знаю тебя вообще-то. Ну я же слишком просто. Ты под себя выстрелила, серьезно? Нет. Почему там долго восстанавливается? Здесь, кстати, сверху, в этой табличке, там где написано «Character» по-английски, там точность твоя в процентах. То есть, сколько раз ты попала в противника. Ну, у тебя, например, сколько? Не проблема. Хорошо. Слишком просто. У меня 11, ну почти 12%. Не проблема. Точность — это последняя, да? Да. Хорошо. 18. Не проблема. Ты более точный, чем я, надо же. Хорошо. Слишком просто. Ни слова больше. Потому слишком что я бля жуков. Не проблема. Потому слишком что я бля жуков. Хорошо. Ну, может быть. Не проблема. Я не понял, о чем ты, ну ладно. Слишком просто. Это я про социотипы. Не проблема. А. Хорошо. Я не уверен, что социотип влияет на точность. Слишком но просто. Ладно, доверюсь тебе. Хорошо. Социотип не влияет на точность, хорошо, зато логика влияет на точность. Ни слова больше. Слишком просто. Только не в этой игре. Хорошо. Вот. Да хотя подожди. Логика на точность вообще влиять не должна. Никакой образом. Не проблема. Хорошо. А, вот ты где. Слишком просто. Не проблема. Ни слова больше. Да блин. Погиб наш герой. Кто бы мне напоминал выходить из этого грёбаного меню? Из какого меню? Там, где очки тратят. Потому что если из него не выйти и нажать на А, то ничего, хорошо, не произойдет. Можешь выходить на клавишу Escape, если что. Да мне плевать, как выходить, лишь бы не забывать об этом. А, понятно. Ни слова больше. Предикт. Хорошо. Плохой предикт. Может ни тут? Ни слова больше. Хорошо. Ни слова больше. Очень плохой предикт. Очень-очень-очень плохой предикт. Слишком понятно. Просто. Хорошо. Слишком просто. Ни слова больше. Слишком просто. Воу, какой лютый человек. Что? Ни слова больше. Стреляешь прямо проблема в меня. Слишком просто. Ни слова больше. Не проблема. Хорошо. Не проблема. Слишком вот, просто. Вот я на реке. А ты? Почему моя стрела ушла куда-то? Что? Ни слова больше. Хорошо. Не проблема. Хорошо. Слишком просто. Сколько у тебя золота? Проблема. Хорошо. 300. Не проблема. Отсоси у тракториста. Почему я об этом подумал? Подожди, я не хочу тебя просто найти даже. Сейчас не ради того, чтобы убить, а реально просто найти. Да ладно, не ради того, чтобы убить. Не-не-не. Вот серьезно, давай, я даже не буду стрелять, я стою внизу утеса. Иди сюда. А, и ты решила меня сразу убить. Это ну, вообще-то, я выстрелил еще до того, как ты сказал, что ты здесь стоишь. Ну, короче, иди сюда.
Серьезно. Погоди, да, качнуться. Да, качнуться больше. Ни слова больше. Хорошо. Не проблема. Ну-ка. Да подожди. Я обязана была это сделать, потому что ты офигел. Что ты офигел-то? Подумал счет 21-13. Так, я попробую новый лук. Ни слова больше. Сколько уж у тебя этих луков, мне интересно. Ну, я продаю один, покупаю другой. Я хочу вот этот. А, и стрелка, конечно, да. Ни слова больше. Тебе дать стрелку? Да нет, спасибо. Так. Слишком просто. Ты на реке? Не совсем. Ни слова больше. Ну-ка. Ни хрена, какой лютый. Ты видела, что мой лук делает? Нет, не видела. Понятно, может ты там? Нет, надо же. Ну ладно. Слишком просто. Я не вижу, куда ты стреляешь все равно. Я вижу только туда, куда я стреляю. Я знаю. Я пытаюсь тебя найти сейчас. Я просто увидела, как я почти четко в тебя попала. Ну, почти попала. Ладно. Ни слова больше. Я рядом с тем местом, где у тебя выстрел был. Здесь? Да, здесь. Не проблема. Слишком просто. Хорошо. Ты видела, что молния делает? Ты видела. Красиво, да? Слишком мне просто. Нравится. Не особо. Не проблема. Я не люблю молнию. Слишком просто. Да ну. Ну как вообще как природное явление. И давай, предикт. Сработай. Херак. Предикт? Вот что это такое. О, новый уровень. Допустим. Ваш ход. Мне нравится этот луч, черт возьми, мне он нравится. Слишком просто. Я буду с ним много проблема. Ходить. У тебя сколько сейчас точность? Больше. Точность? 10, ну, почти 11%. Там 10 и 9,76. Слишком просто. Хорошо. Она уменьшается. Ни слова больше. У меня 16. Ни слова больше. 16,216. Если быть так, более конкретным. Просто. Что еще тут есть? Больше. Не проблема. Это не то. Замораживает лучницу. О, нормально. Я хочу еще один лук попробовать. Чего он так скосил, я не понял. Хорошо. Слишком просто. Зашибись. Вау! Поняла, что такое предикт? На самом деле он скосил. Не важно. Не, он жестко скосил, потому что я целилась как бы не туда. Целилась в магазин. Ух, ладно. Допустим. Ни слова больше. Не проблема. Хорошо. Может, там где-то? Ни слова больше. Что-то у тебя повадка появилась. Ходи где-то наверху. Черт знает где. Что поделать? Не проблема. Ни слова больше. Что поделать, не ходить наверху, например. Ни слова больше. А чё сразу так? Вот это мне нравится, вот это мне капец как нравится. Хорошо. Вот это мне охренеть как нравится. Здесь даже предикт больше не нужно. Можно взять тебя, заморозить нахер и пристрелить. Еще говорит, что мой лук читерский. Жду приказа. Ни слова больше. Вот поэтому очки. Я от тебя и бегаю. Слишком просто. Так блин, проблема. Ты меня гандонить должна, а не бегать. У тебя лук есть охрененный. Хорошо. Ну круто, блин. И ты тоже... Я хз, где ты? Я сейчас на реке. Не проблема. Молодец. В правой части реки. Молодец. Попробуй меня убить. Окей. Я буду даже на месте стоять. Ну, когда увижу стрелу, конечно, я бегу. Ну, почти. Почти угадал. Видимо, ты опять наверху где-то. Ладно. Слишком просто. Нет, ты не наверху, странно. Не проблема. Ни слова больше. Не проблема. Почти. Ни слова больше. Не проблема. Видишь, что бегать? Ни слова больше. Хорошо. Ни слова больше.
Слишком просто. Ни слова больше. Не проблема. Ни слова больше. Благо, стрел у меня хватит вообще на абсолютно все, да. Куда ты делся? Не проблема. Куда ты делся? Куда ты делся? И сюда. Прокачка пришла. Что подряд нафиг? Хорошо. Где ты там? Ни слова больше. Мы ударили с тобой в одно и то же место. Понятно. Предположение. Придик называется, я опять говорю. Ни слова больше. Ну давай. Может, ты внизу теперь ходить начала, я не знаю. Хорошо. Нет, ты наверху, ладно. Не проблема. Точность, конечно, у этой бабы лагает вообще по полной. Слишком просто. Короче, к реке. Мы так будем долго бегать. К реке, говоришь? Да. Хорошо. Не проблема. Ой, мама мия. Мама насморк. Ни слова больше. О. Слишком просто. К реке давай иди. Я иду. Ну сейчас пульну и приду. Пуляй. Слишком просто. Надо же. Ни слова. Уже можешь не идти к реке. Наши воины вступили в бой. Не проблема. Надо же. Ну ладно. Ты можешь уже ходить, если что? Слишком просто. Уже не можешь. Ни слова больше. Хорошо. Слишком просто. Ах, ладно. Не проблема. Да, хорошо. Блин, вы серьезно, господи. Ни слова больше. Тут невозможно промазать. Не проблема. Хорошо. Не да тут же, блин. Хорошо. Слишком понятно. Просто. Ни слова больше. Хорошо. Ни слова больше. А, ну да. Убивай меня. Последний раз меня бесит эта игра. Последний раз? А, понятно. Допустим. Укажите мне путь. Не проблема. Криты здесь. Ни слова больше. Нет резона качать. Я прокачал 5 уровней, у меня 14% только на двукратный удар. Ни слова больше. Я качал криты. Это, если что, качается не в улучшениях, а в уровне. Ну так я говорю об этом же. Вот смотри, у тебя... Я точности крит качала. В этом уровне... Фу. В табличке вот этой 3 на 4, там есть у тебя критический удар. У тебя какой там шанс? Понятно. Критический удар? Это да. Где? 14? Рядом с ним 5 циферка? Да. Понятно. А ты думал, что 6? Не проблема. Так, я, короче, попробую еще один лук. Дай мне тоже попробовать. Я так сказала, знаешь, как будто дегустируем вино. Дай мне тоже попробовать. Ваш ход. Тоже хочу что-нибудь интересное. Подожди, какой ты сейчас хочешь взять? Я еще не знаю. Ну вот подожди, никуда не уходи, я сейчас тоже вернусь в магазин и скажу тебе, что я покупал. А я представляю, что ты покупал, судя по описанию. А, ну ладно. Я покупал титанический лук, я покупал харадлик огненный. Я знаю. Я покупал дыхание лича. Я покупал и покупал панджага пиртага, вот это. Я хочу купить корлинг оглушитель. Мне просто эта табличка загораживает название. Так ее свернуть можно. Жду приказа. Не хочу. Корлинг оглушитель, кстати, я не покупал. Попробуй. Ни слова больше. Только предыдущему продай. Я продала. Правильно. Вот это будет уже интересно. Так, попробуем на реку стрельнуть. Слишком просто. Какая-то ни слова больше.
Слишком просто. Хорошо. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Это у меня знаешь, какой лук был? Наш герой. Уже никакой. У меня был Борган Лайфстиллер. Вот так. А этот, который, господи, оглушитель, как это поебень. Он просто делает какое-то поле. А, ну, я думаю, что он станет. Ну, я так думаю. Я что-то не очень в этом уверена. Можешь нажимать там. Продолжить или что у тебя там? У меня просто завершить. А, вот. Вот такая карта, дорогие друзья. Угу. Лично мне она нравится. Это необычно. Это здесь даже, знаете, есть небольшое перекликание с моба-играми, типа Доты, там, Лиги Легенд. Потому что тоже вроде есть автоатаки, которые все-таки не пользуемся. И есть всякие способности, которые мы отправляем в нужном направлении. Так во всех моба-играх так. Вообще, по-хорошему, надо больше народу. Да. Поэтому, дорогие друзья, играйте вместе! И с нами вместе причем. Да, кстати, можете это сделать, в принципе. Ну что ж. Пишите, организуем. Вот такая карта. В общем, если вам она понравилась, напишите нам, мы вам ее с радостью скинем. Только мне не пишите, у меня ее все равно нет. Так теперь она у тебя есть. Ну я же не знаю где. В папке downloaded. Ну, круто. Туда все скачанные карты. У меня там много чего есть. Найдешь карту Ашинвайяр, чё ж, господи боже. Короче, пишите лучше ему. Хорошо. В общем, я не знаю, ВКонтакте вы, может быть, меня найдете. Я надеюсь. Ты единственный Алексей в группе. А, ну тем более. По-моему. Ну ладно. Ну, в общем... Ну, в общем, всем спасибо за внимание. До скорой встречи.